смотрите, давайте посмотрим, что происходит обычно неправильно, да? Что неправильно происходит. Вот ролик, черт берет. Человек ложится полностью вниз. Видите, поясница выгнута. То есть мы не лежим в таком положении. И человек не лежит в таком положении, чтобы уже корпус был немножко согнут относительно бедер. Он лежит разогнутый, у него поясница выгнута. Еще он вытягивает руки, и у него поясница получается вообще выгнута. И для того, чтобы ему прийти в вот такое положение, когда вот согнутый корпус, ему нужно сначала сократить подвздошно-поясничную мышцу. А потом что происходит? Вот он сокращает подвздошно-поясничную мышцу, а потом резко подводит руки под себя. И все, и где здесь работа? Никакой работы, и только в обратной фазе, вот сейчас, вот когда разгибаются руки, вот у него начинают работать мышцы. И то, когда он уже эту фазу прошел, и снова почти до пола вниз опустился, там уже со стабилизационную функцию, опять берет на себя что? Опять же подвздошно-поясничные мышцы. И получается, что абсолютно не большинство, но я на коленях показывал, чтобы было проще. Делают по-другому. Ну и совершенно то же самое происходит, когда работается со стойки. То есть когда человек стоит на ногах. Абсолютно то же самое. Стоит, раскатывается вниз, лег. Опять он разогнутый. И опять он поднимает задницу и разгоняется руками. Все. Получается, что мышцы пресса не работают вообще. Абсолютно. То есть здесь фаза работы мышц пресса только в негативе, когда я буду сгибаться назад. И вот как уйти от этого? Во-первых, когда мы на ролике работаем, очень важно руки в плечах не двигать. Должно быть четко фиксированное положение локтя и плеча. То есть, если мы легли, вот, руки лучше согнуть немножко, чуть-чуть. Так будет легче удерживать их, стабилизировать. Потому что будет правильный тонус бицепса и трицепса в среднем физиологическом согнутом положении руки. Когда равномерный тонус будет с обеих сторон. Иначе трицепс будет очень много напрягаться и не будет пресс вообще работать. Очень много подключать другие мышцы, в том числе с трицепс. И что происходит? Руки фиксированы. И мы работаем только корпусом. Вот. Но как видите, если я поднимаюсь выше, то там уже сгибаться начинает корпус относительно бедра. И значит это уже работает, начинает что? Сгибатели бедра. То есть рабочая фаза получается вот. Вот вся рабочая фаза, когда работает пресс. В этом месте пресс не работает, вот сейчас. И после того, как я вот эту фазу прошел, здесь уже пресс тоже не работает. Здесь уже работают сгибатели бедра. Получается, что часть упражнения абсолютно бестолковая. Две трети мышцы со живота работают очень слабо. То есть не подключены практически. Как убрать это дело? Как я показал, нужно просто делать частично. Полностью ложиться не надо и полностью подниматься не надо. Вот фаза работы. Все, вся фаза работы. Для того, кто начать хочет, ему тяжело не ложиться на пол, можно эту фазу уже с предварительного сгиба создать, подложив под таз вот такой валик, например. Вот. Валик подложили, и нам уже выходить в эту фазу не нужно, то есть когда мы поднимаем таз от пола, и уже проще. Вот. Достаточно приподнимать только над полом таз. Не подводя руки под себя, вот это делать не надо. Ни в коем случае, это не работа. Руки остаются выбранными. Вот. И в итоге получается, а в чем смысл ролика? Абсолютно бессмысленно, да? Что у нас в руках есть, что его нет. Потому что у нас амплитуда минимальна, где работают мышцы пресса. В итоге
можно его взять и нафиг выбросить, как бестолковую вещь. Сейчас я покажу, как можно без всякого ролика это дело заместить. Некоторые с собой даже возят в командировки, там кладут в чемодан его. Абсолютно хреновину не нужно. Если понимаешь, как это работает, не нужно. Вот вы ложитесь на пол. То есть и полностью формируете ту же фазу, которая была на ролике. Вот. Здесь может быть два момента. Если вы посильнее, руки могут быть разогнуты. Если послабее, могут быть согнуты в локтях таким образом, чтобы упор был и на все предплечья целиком, и на локти тоже. Но в конечной фазе подключится тогда свой трицепс. И что вы делаете? Если вам тяжело, вы поднимаете ноги, сокращаете рычаг здесь локти, сокращаете рычаг здесь. И поднимаете таз вверх. Вот. Но, опять же, если вы лежите на полу, у вас часть пути делается за счет илиопсоаса, за счет подвздошно-поясничной мышцы. Если вы посильнее, то вы можете делать и руки разогнуты, и ноги разогнуты. Таким образом. Но опять же, первая часть пути идет за счет илиопсоаса. Либо полностью ложиться нельзя. То есть где-то так. Таким образом. Но поначалу это тяжело. Хочется ложиться. Да? Иначе не получится много повторений сделать. Ну хотя бы даже рабочих, там 10-12. И для этого снова берем валик. Кладем его под таз. Вот таким вот образом. Чтобы уже создать вот эту фазу, когда нутриапсоус выключен, угол уже есть. И поднимаем корпус, таз над валиком. Ноги выпрямили. Если тяжело, то на коленях. Если сила есть, то со стоп. Руки выпрямили. Голову подобрали и поднимаемся. Вот и все. Вот так вот. И это все решает, ребят. Учитесь, как говорится, пока я жив. Не знаю. Посмотрел в интернете, нигде не нашел вообще ничего подобного. Удивительное дело. Мне что-то казалось, что все эти вещи уже известны давным-давно и все это разобрали. Оказывается, нет. Будем восполнять пробелы. Удачи всем. Салют. Занимайтесь. Да кучи. Так просто по скрипту. Некоторые там скажут, не, ну на ролике там тяжело, что показал там один раз. Там. На самом деле, если много делать, то пресс там чувствуется. Все. Ребят, я говорю, если на ролике делать так, как делают все, я показываю, то делать очень легко. Там делается за счет техники и инерции. Там пресс не работает. Я говорю, там работают более сильные группы мышц, и они подключаются червячно друг за дружкой, и получается инерционная работа. Поэтому делать элементарно. Ну, сделаю 20 раз там, да, чтобы было понятно. Просто все. Скажу, что мышцы пресса вообще не устали, а спина не с поясницей.
больше всего нагрузку почувствовал. Вот так-то вот.